Лондон, всем привет, парни. 40 тысяч кило на статреке. Раньше я уделял более 5 часов игре, это было нормально. Является чемпионом Европы. КСМ это топ-1 клан в Европе. Всем приветик, ребята, Кент пока на проводе, и сегодня мы узнаем, сколько же стоит инвентарь киберспортсмена. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий, потому что данный гость является чемпионом Европы по игрушке Stand of 2. Поэтому, ну, пожалуйста, ну, ребят, ну, лайк поставьте, подпишитесь, потому что я очень хочу 500 000 подписчиков. Ну что же, поехали! Доели стандартные скины в Stand of 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные скины каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я не один. Со мной... Лондон, всем привет, парни. Лондон, расскажи буквально пару слов о себе, мало ли кто тебя не знает. Я поступаю за команду КСМ, это топ-1 клан в Европе, да и сам же я топ-игрок в Европе. Короче, ребята, прямо сейчас на ваших глазах парень, который является настоящим киберспортсменом, является топ-игроком Европы в сфере Stand of 2. Ну чё, Лондон, показывай свои скины, я смотрю, такой замечательный, офигенный нож. Откуда ты его взял? Этот нож я купил, это получается нож из коллекции. И, насколько я знаю, это твой единственный и первый донат, это правда? Да, это мой первый донат, хотя нет, мой первый донат это был Gold Pass. Также у меня есть Deagle Dragon Glass. Это мой, наверное, самый лучший скин в инвентаре, потому что на нем насчитывается более 4000 киллов. Офигеть. У Лондона, ребят, до этого был еще один калаш, который он продал, и на том калаше было 40 тысяч киллов на статреке. Вдумайтесь, 40 тысяч киллов. Ну это просто какой-то трэш. P350 Fury Spirit, который я также приобрел за голду, который я выиграл на турнирах. Вся голда, это с турниров получается. Есть АВМ Gears Retrack, на нем насчитывается более 500 киллов тоже. Ну, как я понимаю, АВМ. Это относительно новый, да, АВМ у тебя? Да, новый АВМ, потому что у меня были до этого тоже АВМ, там насчитывалось тоже по 2000 киллов, но я все это продаю. Рубрика «Ответы на вопросы». Хотел бы у тебя спросить, каково это быть самым скилловым игроком Европы? Ну, самым скилловым это слишком... прикольно звучит, я бы сказал, то, что я просто хороший игрок. Дело в том, то, что я стремился к этой цели более года. Я играл в эту игру целыми днями, чтобы добиться такого результата. Расскажи вообще, как ты к этому шел? Сколько ты уделяешь или уделял раньше времени стендоффу? Вот как играть настолько хорошо, как ты? Вот как? В чем секрет? Раньше я уделял более 5 часов игре, это было нормально. Мы тренировались ежедневно с кланом. Лондон, еще такой вопросик. Кого ты смотришь на ютубе? Это, наверное, сейчас задавай вопрос мне. Я не смотрю стендов, вот вообще не смотрю стендов. Мне противно смотреть. Ты Майнкрафт смотришь, да? Все, что связано с этой игрой, да? Я в основном смотрю киберсцену в CSGO. Мне нравится наблюдать за игроками и также учиться... играть как они. Слушай, Лондон, есть такая спорная личность по имени Ники. Что ты вообще можешь сказать по поводу него и как ты считаешь, насколько хорошо он играет? Ники уже давно не игрок. Он не участвует в никаких играх, просто контент-мейкер. Я его не встречал ни разу, я с ним ни разу не играл, поэтому ничего не могу сказать по поводу этого персонажа. Ну а ты вообще вышел бы с ним на дуэль? Почему бы нет? Ребят, хэштег Ники не ссы. Не, ну хотя если он не вышел в дуэль против меня, то, думаю, против тебя он точно не выйдет. Это уж точно. Так, ну что, смотри, Лондон, я предлагаю немножко поиграть, потому что всей аудитории интересно, кто же такой Лондон? Насколько же он скилловый игрок? Так, ну что, ты готов? Давай. Готов. Ребятки, сейчас будет Кента ПК против топ-1 игрок Европы. Вы понимаете, опа. Опа, кажись, я тебя увидел. Так. А, мы уже начали, да? Да, 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 уже начали, все, поехали, уже идет полным ходом. Хорошо. Блин, ты что там запрятался от меня? Блин, ребят, я вас слышу.
Он где-то рядом! А, или это мои шаги? Скорее всего, твои. Опа! Ну, соберу коллаж. Не, ну, я лакер. Это есть такое. Так, ну чё, давай, играем дальше. Так. А ну-ка. Где же ты? Ага, понял. Понял. 56 в голову. Как бы вот, мне из-за этого также противно играть в эту игру. Так, надеюсь, ты меня не заметил. Так, ты меня не видел. Ну, просто один патрон, один труп. Вы все сами только что прекрасно видели. Давай, короче, сыгранем до 5, я предлагаю. Ну, можно, в принципе. Давай, играем до 5. Кто кого? Опа. Да ты серьезно? 84? Знаешь, в чем прикол? Я играю с зажимом. Да я вижу, ты на ходу даже. Мне понял, мне не надо даже прицеливаться. Просто зажимаю и там примерно в твою голову навожу. Так, 3-2. Ну, да. Так, ребятки, понимаете, напряженная битва. Лондон против Кента ПК. Ё-моё, эмулятор завис. Фух, развис. Продолжаем дальше. Работает ОМОН, работает Кента ПК. Топ-игрок канала Кента ПК. Так. Оу. Красивый шот. Так. Не, ну знаешь, ну вообще для чистоты эксперимента, наверное, надо играть на закладке бомбы, мне так кажется. Для чистоты эксперимента. Для чистого эксперимента нужно играть с шагами. У меня их нет на данный момент. Эх. Ну это я не отпраздываюсь, вот. Да нет. Блин. А кем-то пока вы сегодня гулять? Выйдет. Ё-моё, 4-4, ребят, напряжённая битва! Последний раунд, кто кого? Так, ну чё. Кент, глубоко дыши, спокойно. Ай-яй-яй, блин, а как так, 8 хп? Блин, фига себе, ты жесткий. А 8 хп? Серьезно? У меня 8 хп, реально. Ну, походу зря это сказал, да? Ну да. Ну, ребят, вы все сами прекрасно видели. Ну что же, а сейчас самое интересное. Лондон мне сказал то, что он хорошо играет на ВМ. И прямо сейчас мы это проверим, потому что сейчас будет продолжение нашей дуэли, только теперь на АВМ. Ну че, Лондон? Посмотрим, кто же победит, да. Ты готов? Я готов. Ну готов. Ребят, понимаете, сейчас будет битва за звание топ-1 Европы. 5 минут later. В общем, ребята, подведем итоги. Лондон меня жестко просто изнасиловал, и я проиграл счетом 5-17. Но, если вы напишите хэштег GoDuel, то тогда я вызову Лондона на дуэль, и мы выясним раз на раз, кто же все-таки круче. Кто же топ-1 игрок Европы или какой-то там Кента ПК. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки. Ну а мы прямо сейчас, через пару секунд, узнаем, сколько же стоит инвентарь Лондона. Так, ну что же, прямо сейчас мы, ребята, видим на ваших экранах полностью весь инвентарь Лондона. Инвентарь не очень богатый, инвентарь скромный, но в этом инвентаре очень, прям очень много статреков. Ну что же, ребята, я надеюсь, вы готовы, потому что инвентарь Лондона стоит 8376 голды. И, честно говоря, пока что это самый дешевый инвентарь. Но вы, мои уважаемые подписчики, если вам понравилось подобное видео, обязательно поставьте огромный лайк, напишите в комментариях, кого позвать следующим, и самое главное, подпишитесь на мой канал. Ребята, пожалуйста, помогите мне исполнить мою мечту. Очень сильно хочу 500 000. Ну что же, с вами был Кента ПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока!